Всем привет, вы на канале Кайби, с вами Екатерина. Я тут это заметил один нюанс. Я, оказывается, по нарезкам купленным я кое-какие видео не видела. Надо исправляться. Вот. И как раз-таки я приступаю смотреть смешные моменты с купленным, часть 7. А перед тем, как начать смотреть, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да. Извините, если я гнусами, потому что я как-то. Не знаю, мы девочки такие девочки, мы просто хотим поплакать без понимания, почему мы плачем. Неосознанно мы это делаем, не знаю почему. Вот. Ну, вроде бы состояние хорошее, но захотелось. Да. Ладно, смотрим. О, боже мой. Здравствуйте! Здрасте, здрасте. Ой. Вот так я это в новеллах, если я там очень громко пример не кричала, а примерно голос подавала, мне все, у меня голос садился моментально. Стрим, я напоминаю, если кто не в курсе, у нас сегодня ребята из Додо Пиццы сказали, что тоже смотрят наш канал и, соответственно, решили поностальгировать все вместе с нами. Поэтому мы играем в пиццерию. Ой, это весело. Я, кстати, ходила у Додо Пиццу. Мне очень понравилось, как они делают пиццу. Но у меня, кстати, вопрос всем. Вам действительно нравится пицца с ананасом? Я вообще ненавижу, когда что-то сладкое находится в тех ингредиентах, в тех блюдах, где, как бы, по логике должно быть не сладко. Просто я, кажется... Я как-то раз пробовала, мне просто сразу, я такая сморщилась, такая, вот, и я просто не понимаю, как вы это любите есть, как, вот. Но моя любимая пицца это пепперони, вот, побольше сыра, особенно. А вам какая нравится пицца? Скажите, напишите в комментариях, господи, сразу видно то, что я такая проснулась только что. Под присмотром Додо Пиццы. Под присмотром. Вот примерно так. Под присмотром примерно. О! Смотрите, какая разница. Раньше. А, страшно, страшно. Через какое-то время, когда все игры хоррорные это перепрошел, при этом у тебя психика поехала. Ну да. Ползет, и чё? Еще одна идет. Хочу за дичь. Не надо. Я пока не понимаю. А зачем мне столько камер? Бляха, я вообще ничего не помню. А зачем шкатулку здесь вообще добавили? Какая марионетка? Зачем она вылезет здесь? Иди отсюда! Уйди! Уйди, уходи! Уходи! Почему он не уходит? У меня фонарик сейчас сядет. Или сейчас пока рано? 5 утра. Так, ладно, хорошо, прошли игру, получается. Нет, ну типа игра-то легкая, я же помню, ее проходил. Так на кого светить надо? Медведя или на кого? На Фокси надо? Фокси это кто? Это лиса? Я все время называл ее волком, но многих где-то бесило, они говорили мне, что нет, 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 это не волк, это лиса. Ну, если сравнивать с современным, я бы тоже не догадалась бы по старой, что это лиса. Действительно, не похоже, не похоже. Вот, а, видимо, решили как-то немножко ее по-другому взять. Она такая прям волчица-волчица, только без пряности все такое. А мне было насрать как бы на это, потому что на волка оно похоже больше, чем на лису, поэтому я называл ее лисой. Фокси это лиса, правильно? Волк который. А на медведя что делать? Лиса, да лиса, волк, они одинаковые, без разницы. Подожди, а откуда приходит лиса? Из центра? Пугай маской Мишу. Он боится маски, да? Чё дата? Я вам столько вопросов задал. Вы мне маску пишите, на медведя да, это на пишет, какое? Да. Да какое? Балонс? Что? Что повезло? В смысле повезло? Повезло. Не повезло, а профессионал. Нет! Вот это жутко было. А, в смысле? Я же успел! Я же маску успел надеть. Как понять, не успел? Успел. Успел маску, на ничего не знаю. Да уж, мне запрещено такое смотреть. Да, сломано. Ну вот же ж успел то же самое, ну. Не...
А где он был-то? Только хотел сказать, не скрив все в этом моментале, господи. Блин. Ой, вот она. Если... Я себе... Это ты какого хера прыгнул на меня, я не понял. Сейчас вообще ничего не понял. Серия, серия о том, как я пугаюсь. Какого хера-то? Алло, я же светил на него. Я же светил, чё не так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, он раньше после семи всегда уходил. У него после семи смена заканчивается. Давайте просто чисто на слух играть. На слух и на контр. Нормально. А, шкатулку надо заряжать. Зачем я свечу по этим камерам? Там нет. Ушел! Я не понимаю, это заяц меня один убивает, он нечестный, это баги. Это баги. Бля, я себе руку об что-то отбил, об кнопку, что ли. Да шкатулка это, почему нельзя к себе принести? Надо было просто шкатулку к себе, принести и все. О, это что? Маску, надевать, маску, он пришел, сейчас заведу, оп. Его не было нигде. Я не мог ничего с ним делать. Его нигде не было. Его нигде не было. Я ничего не знаю. Alt F4. Как вам FNAF спустя столько лет? Запускаю первый Outlast. А также рекомендовал фермерам и животноводам на выходных посетить семинар на Белла Авеню в Пуэбло. Пуэбло. Пуэбло везде преследует. Пуэбло ты получишь, если пойдешь дальше. Опять Пуэбло, ты понятно, нет? Пуэбло, это что, в одной вселенной с Резидентом, что ли, с четвертым? Не, ну по графике похоже, да. Не, ну здесь Пуэбло прям дают знак. А как камеру включить? Ага. Батарейки зачем поменял, дурак? Ну, конечно. Что ты наделал? Я ничего не нажимал! Бляха, я батарейку просрал. Я не могу поменять разрешение, не могу. Так что будем играть в таком. Ну, я не знаю, ну терпимо, наверное, на Ютубе. Дай посмотрю. Дайте посмотрю, сейчас сам посмотрю. Да красота, разрешение вообще огонь. Я не думаю, что все так страшно. Это старая игра. Да красота, разрешение вообще огонь. Я не думаю, что все так страшно. Это старая игра. Ну, посмотрю сейчас сам. Да красота, разрешение вообще огонь. Я не думаю, что все так страшно. Это старая игра. Ну, слыхали, даже в видео говорят, разрешение красота. Все нормально. Я помню, тут, короче, скример где-то есть. Или в этой части, или во второй. Самый жесткий в начале скример. Это же в этой части? А какого года Outlast вообще? Сколько лет прошло, когда она вышла? Много. 2013 год, серьезно. Она же свежая практически, только вчера вышла. 2013 год, когда был-то? Это же недавно совсем было. 10 лет назад. Нихуя себе. Бля, 2013 год был 10 лет назад. 10 лет! Вот! Тихо! Ничего не говорите. Сейчас не говорите, да, вы кто не знает. Ой, типа я такой иду, такой, ой, 10 лет прошло, 10 лет прошло. Это я помню, Это я помню, такое ща будет, да. Зачем ты опять батарейку потратил? Дури, чё он скрипчит-то? Не страшно же. Что? В смысле? А? Будто 2013. А кто смотрел ее в 2013? А я не помню, когда ее за. Когда вы. А я вторую часть видела. Ну, знаете, если бы кто-то предложил бы посмотреть второй Outlast сейчас, то я, скорее всего, отказалась бы, дабы. Помимо того, что страшно, ну, я в любом случае боюсь какие-то хоррорные игры. А во-вторых, там тема касаемо с детьми, мне как бы это все, у меня сразу в истерику все пойдет в унисон, так что нет. Подожди. Эй, всем привет, друзья. Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня у нас радостное событие. Интересный факт. Вебка впервые появилась ровно 10 дней после этого видео в игре. Хайлофобия. О, прикольно. На канале уже 1500 подписчиков. Это небически охуенно, если на то посмотреть. Я начинаю играть во всеми требуемую игру под названием Outlast. Вы этого не слышали? Вы этого не слышали? 1500 подписчиков. Блять, 1500 подписчиков. Это когда был-то? 9 лет назад, да. На 9 лет назад! Заберите меня назад. Девчонки, что люблю. Песня такая была. Мне тогда было 6 лет. Я не нашел сообщение именно про 6 лет, поэтому решил вставить это. Мне было 4 года, жаль, что телефона тогда не было, а то точно бы посмотрел, как только вышло.
Понятно. А нахуй ты смотрел эти видео? Тебе запрещено было их смотреть. Я вообще из этой игры ничего не помню. Ну, на самом деле, я вот не помню. Ну, в 13 лет... Не в 13 лет, господи. Ну ладно, это уже... Сколько мне было лет? Уже почти 16-17 лет было, если это был 13-й год. Я, на самом деле, не сидела на YouTube, то есть я ошибка не сидела в интернете. Вот. Да, у меня появился смартфон где-то с 10-го или с 11-го года. Вот. А вот углубляться там в интернет-ресурсы и так далее... ВК я, получается, села где-то ближе к 2012 году, то есть не сразу, как он появился. А на YouTube подсела, ну, как раз-таки, когда я пошла поступать в универ в 2014 году. Ой, боже мой. Ой, та еще старуха. Я помню, еще скример будет вон там, где там на инвалидной коляске чувак сидит. Там тоже, по-моему, какой-то скримак будет, но это не точно. Мне просто чисто интересно. Чисто ради смеха. Это тот самый Отлично, скример. Сучка. Тот самый скример, это которым сейчас все испугались. Автосохранялочка — это заебись, потому что в таких играх чисто... Ебать! Это замечательно. Боже мой. Доброе утро. Обожесть, да? Микрофон какой был. Какой был микрофон? Интересный факт. 14 января Куплин объявил о начале сбора денег на новый микроблю Йети и попфит для него. Нужную сумму собрали уже к 26 января. Быстро, однако, быстро, даже когда аудитория такая была небольшая. Фо, да? Ловил все, как каждый тембр ловил. Да я тогда еще непривычный был. Тогда еще было слишком сильно страшно. Сейчас-то уже не так сильно страшно, сейчас уже привык более-менее. Да. В смысле? Привык, ага, ага, привык. В смысле? Не должно такого было быть. Я помню, еще скример будет вон там, где там на инвалидной коляске чувак сидит. В смысле? Не должно было такого быть. А чё это такого не было? Я не помню такого. Ай, блядь, куда бежать? В смысле? Беги! Бля, на джойстике, на джойстике! На джойстике это нереально просто. Подожди. А, я все понял. Бля, гений, гений на мне. Зачем ты тратишь батарейку, сука? Я камеру хотел достать. Он опять батарейку потратил мне. Пойдем пешком. А, блядь, дурак, что ли? Беги! Почему он вернулся назад? О, это я помню. Два брата-акробата, один хуй, другой лопата. Чувак, что ты там затупил? Расскажи мне. Ай! Ты чё? Ой! Дурак ты, чем меня пугаешь? Но это, конечно, страшная игра. Я что-то прям не думал, что она настолько... Она реально страшная. А раньше игры какие были, ты смотри. До сих пор за яйца хватает. Ну да. Ну не, некоторые игры были, которые не шибко страшные. Ну, например, Шорох. Вот. Но некоторые боялись в то время. Некоторые боялись. Вот. Охренеть игра. Жесть какая. Как достать соседа? Последняя на сегодня игра. Я видела мельком просто визуально, как эта игра представлялась, даже в детстве. Я не хотела брать игру. Не знаю, мне она не нравилась внешне, в принципе. И что предстояло там делать? Ну, видимо, мне действительно такие игры не нравятся. Фломастер разрисовать. Ой, как весело. Подушка-пердушка. Подушечка издает смешной звук, когда на него садятся. Да ты что? Бля, смешно вам осраться. Что это такое? Боже мой. На девок голых смотрит. Смотри, пес какой извращуга, сука. Вы чё? Где мои 3%? Я не понял. Быстренько накинули. 3% в чат мне быстро накидали. Почему не 100%? Алло. Чё за дела? Я жду. Всё, я жду. Пока не, я не буду ничего делать. Вот 100% вижу в чате. 100% вижу. Всё хорошо. Всё хорошо, ладно. Кто вообще придумал? Чё за... Я не понял опять! Чё за дела? Где мои 3%? Отдайте! Алло! Аватарка Колывана. Кто такой Колыван?
Сейчас будет больно. Он на детей скинул шар для боулинга, серьезно? Жестоко. Че за бред, бля? Он на детей скинул шар для боулинга. Так, что у нас по времени? Давайте, наверное, заканчивать на этом на сегодня. Все, всем до свидания, всем пока, я пошел. Все, всем пока. Ну ладно, ребят, я посмотрела видео. Блин, прикольно было сравнение двух первых игр, как так тогда проходило, как сейчас. Вот, блин, это было забавно. Вот, надеюсь, и вам тоже понравилось. Если да, то поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на мой канал, группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. На сервер Discord, ссылка в описании под видео. И, конечно, оставляйте комментарии. Всем большое спасибо. Всем пока.